Ему 14 лет. Имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Каримова. Синему ринга Зикаев Рамзис, спортивная школа строителей. Ему 15 лет, боксом занимается 4 года.
В ринге провел 25 боев, 20 одержал победу. Имеет первый юношеский разряд. Является победителем Республики Татарстан 2019-2020 года. Тренируется под руководством Аверина Антипова. Синего угла Зикаев Рамзи, спортивная школа «Строитель». Награждение боксеру проводит главный судья соревнований Авджан Мистроп Мистропович. За второе место награждается Васильев Данила, клуб «Аллигатор». За первое место награждается Зикаев Рамзис, спортивная школа «Строитель». Смена судейской бригады. Раз, два, три, четыре, пять.
Победу одержал боксер красного угла Зиганшин Булат. Спортивная школа Олимпийский. Награждение боксером проводит главный судья соревнований Авджан Мистроп Мистропович. За второе место награждается Каримов Карим, спортивная школа «Строитель». Поддержим аплодисментами боксера. За первое место награждается Зиганшин Булат, олимпийский. Смена судейской бригады. Отдыхает Ишеков Артур, спортивная школа «Дельфин». Ему 15 лет, боксом занимается 6 лет. Провел 18 боев, 16 одержал победу. Имеет второй юношеский разряд. Является победителем первенства города 2018 года. Тренируется под руководством Шипицына. Стоп! Пошли! Вот!
Переезжай, переезжай, не жди его! В синем углу ринга Бахметьев Семен, спортивная школа Олимпийский. Ему 15 лет, боксом занимается 6 лет, счет боям не идет, имеет первый юношеский разряд. Тренируется под руководством Терентьева. К выходу на ринг приготовится 18-й парень. Судей победы взял боксер синего угла Бахметьев Семен Олимпийский. Награждение боксеров проводит главный судья соревнований Арджан Мистров Мистропович. За второе место награждается Ишеков Артур, спортивная школа «Дельфин». За первое место награждается Бахметьев Семен, спортивная школа «Олимпийский». Ваши аплодисменты. Бокс, стоп, по углам.
Победа боксер красного угла Китаев Денис, спортивная школа «Строитель». Награждение боксеру проводит директор спортивной школы «Строитель» Савел Прим Аквальевич. Награждение проводит главный судья соревнований Авджан Бестров Бестропович. За второе место награждается Семенушкин Александр, спортивная школа «Олимпийский». За первое место награждается Китаев Денис, спортивная школа «Строитель». Спортивная школа «Олимпийский». Thank you.
В этом бою, ввиду явного преимущества, победу одержал боксер синего угла Ахатов Булат. Спортивная школа Олимпийский. Награждение боксеров проводит начальник управления физической культуры и спорта города Набережной Челны Насрединов Роман Мансурович. За второе место награждается Лукьянов Арсений, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты, давайте поддержим боксера. За первое место награждается Ахатов Булат, спортивная школа «Олимпийский». Также награждается специальным призом за лучшую технику Колобов Самир, спортивная школа «Строитель». Красному углу ринга Маклаков Никита, спортивная школа «Строитель».
Ему 14 лет, боксом занимается 3 года. В ринге провел 20 боев, 10 одержал победу. Имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Мыльникова. Олимпийский. Ему 14 лет. Боксом занимается 2 года. Провел 5 поединков, 3 одержал победу. Тренируется под руководством Терентьева. Разделили решением судей. Победу одержал боксер красного угла Маклаков Никита, спортивная школа «Крейзи». Награждение боксеру будет проводить директор спортивной школы «Крейзи» Халилов Рим Ахмадович. За второе место награждается
Валеев Карим, олимпийский. Ваши аплодисменты. За первое место награждается Баклаков Никита, спортивная школа «Строитель». Никита также награждается специальным призом от Федерации бокса города Набережные Челны. Вячеслав, спортивная школа «Строитель». Ему 14 лет, боксом занимается 4 года. Счет боям не идет. Имеет первый юношеский разряд. Является победителем первенства Республики Татарстан 2019-2020 года. Финалист первенства Приволжского федерального округа 2019 года. Левый, левый. Вот. Левый. Не держайся.
Синему Гуринга Абдуллин Амир, клуб «Аллигатор». Ему 15 лет, имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Каримова. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер красного угла Остяков Вячеслав, спортивная школа строительства. Награждение боксеру правый главный судья соревнований Авджан Мистров Мистропович. За второе место награждается Абдуллин Амир, клуб «Аллигатор». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Остяков Вячеслав, спортивная школа «Строитель». Также Вячеслав награждается специальным призом от Федерации бокса города Набережные Челны.
Красном Гуринга Сафин Салават, спортивная школа «Строитель». Ему 14 лет, боксом занимается 4 года. В Гуринге провел 9 боев, одержал 6 побед, имеет 3-й юношеский разряд. Тренируется под руководством Антипова. Умнов Аркадий, спортивная школа «Строитель». Ему 14 лет, боксом занимается 4 года. В ринге провел 14 боев, по 9 одержал победу. Имеет 2-й юношеский разряд. Является финалистом первенства Республики Татарстан 2020 года. Тренируется под руководством Больникова. Давай, давай, давай.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Умнов Аркадий. Награждение проводит главный судья соревнований Авджан Мистроп Мистропович. За второе место награждается Сафин Салават, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Умнов Аркадий, спортивная школа «Строитель». Формула боя 3 раунда по 3 минуты. Султанов Рудей, спортивная школа «Строитель». Ему 17 лет, боксом занимается 5 лет. В ринге боевал 20 боев, 17 одержал победу. Является победителем Кубка Мэра 2019 года. Тренируется под руководством Антипова. Стоп! Вот!
Сегодня вы были Юрий Сухудинов Ильдар, ему 16 лет. В ринге провел 20 боев, 15 одержал победу. Представляет спортивную школу номер 12. Тренируется под руководством Нуриева. Выход на ринг приготовлен. Спасибо.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Митопудинов Ильдар, спортивная школа номер 13. Награждение боксеров проводит главный судья соревнований Арджан Митрофен Попович. За второе место награждается Султанов Рудель, спортивная школа «Строитель». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Исафуддинов Ильдар, спортивная школа номер 12. Три, два, один. Отлично. Трихонин Данила, спортивная школа «Олимпийский». Ему 16 лет, боксом занимается 5 лет. Тренируется под руководством Терентьева. Внизу прямо.
И держи, голову опусти. Подведи, отвечай тоже. Синим углу Рахимов Фаид, клуб «Гарнизон». Ему 17 лет, тренируется под руководством Хаитова. К выходу на ринг приготовится заключительный 25-й парень. Левый, правый, левый, правый, левый, 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 левый,
В этом бою единогласным решением судей победа одержал боксер красного угла Лихонин Данила, спортивная школа Олимпийский. Награждение боксеров проводит начальник управления физической культуры и спорта города Набережной Челны Насреддинов Роман Мансурович. За второе место награждается Рахимов Фаис, клуб «Гарнизон». Ваши аплодисменты. За первое место награждает Приходин Данила, спортивная школа «Олимпийский». Также от Федерации бокса города Набережной Челны получает специальный подарок. Смена судей. 25-й бой судят. Рефери Набиуллин, судьи сбоку. Буренко Шевалдин Виктор, спортивная школа «Строитель». Ему 15 лет, боксом занимается 2 года. В ринге провел 3 боя, потом одержал победу. Тренируется под руководством Антипова. Yeah.
Сегодня в угол продолжение боя готовится Минулин Адель, спортивная школа строителей. Он 2006 года рождения, боксом занимается один год. Счет боям не ведет. Имеет третий юношеский разряд. Тренируется под руководством А. Павина. Победа одержал боксер синего угла Минулин Адель, спортивная школа строителей. Награждение боксера проводит директор спортивной школы строителей Халил Прим Ахмадович. За второе место награждается Шипалдин Виктор, спортивная школа строителей. Поддержим боксеров аплодисментами. За первое место награждается Минулин Адель, строитель. Вот.
Красного ринга Юматов Никита, спортивная школа Олимпийский. Ему 14 лет, боксом занимается 4 года, счет боям не ведет. Имеет второй юношеский разряд, тренирует под руководством Терентьева. Школа Олимпийский. Ему 14 лет, боксом занимается 6 лет. Провел один бой, в котором одержал победу. Тренируется под руководством Терентьева. Вот.
В этом бою единогласным решением судей победа одержал боксер красного угла Юматов Никита Олимпийский. Награждение боксеров проводит директор спортивной школы, строитель Халил Сарим Ахмадович. За второе место награждается Федорец Данила Олимпийский. За первое место награждается Юмартов Никита Олимпийский. Также боксер награждается специальным призом от Федерации бокса города Набережные Челны. Ваши аплодисменты. Спортивная школа «Дельфин». Ему 15 лет, боксом занимается 3 года. В ринге провел 25 боев, 20 одержал победу. Имеет первый юношеский разряд. Является победителем первенства Республики Татарстан 2019 года, призером первенства РФ 2020 года. Тренируется под руководством Шипицына. Вот, еще. Давай, давай. Вот, еще. 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 Вот, еще.
Сегодня мы говорим о Афону Степан, клуб «Горожан». Ему 14 лет. Тренируется под руководством Афонова. К выходу на ринг подготовить 19. Юсупов Руслан, Дельфин. Награждение боксеров проводит директор спортивной школы «Строитель» Халилов Рим Ахмадович. За второе место награждается Афонов Степан, клуб «Гарнизон». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Юсупов Руслан, Дельфин.